Ксюша Макарова и Базар Валарионов заняли пятые места. Ну ничего, турнир, сезон только начинается, первый турнир только закончился. А это со своим достаточно известным показательным номером Нелли Жиганшина и Александр Гажи. Немецкий дуэт танцевальный, четвертое место. Они взяли такой клоунский номер «Цирка де Солей». Нелли Жиганшина, Александр Гажи. Шикарный номер. И на самом деле, как раз именно вот в этом показательном номере наконец-то проявился весь артистизм Александра, потому что очень яркая Нелли, и во время их соревновательных программ, конечно, она выделяется, и такое ощущение, что Александр все время находится в тюрьме и как будто бы ничего и не умеет в плане артистическом. Но на самом деле вот парень талантливый и все, умеющий на льду не только технично кататься, но и воплотить образ, задуманный ими, задуманный их тренерами. Такой российско-немецкий дуэт, который тренировался у разных наставников, и у российских, и